Более 16 миллионов рублей. Именно такой ущерб нанесли промышленные предприятия республики охотничьим угодьям. Загрязнение воды и почвы приводит к тому, что животные покидают ареал обитания. За последние два года Минохраны природы удалось взыскать менее 7 миллионов рублей штрафов. Среди злостных неплательщиков, а таких более 30, значатся Якут, Уголь, Алроса и Газпром. По инициативе управления Роспотребнадзора было за отчетный период передано на досрочное прекращение права пользования по 39 объектам. Из них на сегодня досрочно прекращено территориальными органами Роснедра и самим Роснедра где-то 5 лицензий.